Мур, привет, друзья, с вами Зверько. Хочу отметить, меня дико радуют вопросы, а почему моего любимого перса нет в топе? Потому что это образовательно-аналитическая рубрика, где я беру пятерку по проценту побед и объясняю свое мнение, почему именно они. А теперь двигаем гусеницами к танкам. Лолита. Поскольку в последнее время стрелки вырвались вперед по наносимому урону за бой, на передовую вышел контр-пик стрелков – Лолита. Наконец-то они вспомнили. Своим щитом Лолита прикрывает союзников не только от автоатак, но и может ловить и нивелировать заклинания врага. Кроме того, имеет отличную пассивную способность – щит, которым профильные Лолиты не забывают делиться по КД с союзниками. Вдобавок, соло-оглушение первого навыка и рывок неплохо инициирует ганг, а групповое оглушение ультой вносит серьезный вклад в победу группового боя. Джонсон. Идеальный танк-инициатор. Главное, чтобы водитель был хороший. Может примчать в любую точку карты с опасным грузом на борту в виде дамагера. Например, Клауда с заряженной ультой. Своим въездом он оглушает и замедляет противников, оглушает первым навыком и вносит неплохой урон вторым навыком. От людей, которые в его ульте научились кататься по джунглям, как им вздумается, очень и очень сложно вернуться, не имея эскейпа. Ульта также сильно влияет в массовом бою своим уроном и замедлением. Гатат Кача вошел в мету не так давно, благодаря изменениям разработчиков. Ульта помогает инициировать бой или же, прикрыв отступающих союзников, уйти от преследователей самому. Второй навык, отвлекая противников, сбивает их касты и прицел по сквишам, может работать как массовый конфуз. У навыка также есть рывок, который позволит влететь в гущу врагов. Кроме того, обладает сильной пассивкой, позволяя переживать больше урона. Первый навык используется как замедление. Итого 3 массовых навыка, 2 из которых контроль. Минотавр. Танк, который ворвался в мету после реворка. Шутка ли, первый навык и перемещает его, и ярость накапливает, и урон по области наносит. Второй навык облегчает игру в паре с минусом на линии, поскольку лечит окружающих союзников, а это экономит хп. Ульта – это отличный массовый стан с 3 подкидываниями. Подкидывание прерывает действия многих персонажей, а урон способен добить нефулового тонкого противника. Грок. А вот это уже, как ни странно, не совсем танк. Грок на легенде или мифике играется давно через урон и чаще как второй танк. ХП ему покупают ближе к концу боя, а стартуют с усиления урона, чтобы делать ранние ганги. Забирать баф, чистить крипов на упреждение. Это когда Грок с дамагером забегают за Т1 и чистят линию. Все это создает давление, и без гангов от противников на ранней стадии отбиться тяжело. Такая тактика просаживает врага по фарму и ухудшает экономику по опыту и фарму золота. В этом грязном деле Гроку помогает чудовищный урон от первого навыка, невосприимчивость к оглушению при его зарядке. Также увеличение защиты и скорости движения от пассивного навыка облегчают стартовое давление. Второй навык в умелых руках – это отличный зонинг при чистке леса и линии. А ульта – опять же массовый урон с прерыванием. Из топа видно, что популярны танки с массовым контролем, но это было всегда. Теперь еще отдается предпочтение к подвижным танкам, способным контрить опасных стрелков. Это щит Лолиты, ульта Джонсона, отвлечение Гатота. Хочется добавить по геймплею. Танк должен находиться между союзной командой и командой противника, чтобы принимать оглушение и прокасты на грудь. Опять же, отдаваться бездумно не стоит. А вот союзникам танка надо напомнить. Если вы можете прикрыть отступление танка, не подставляясь, сделайте это. Киньте хотя бы замедление под предполагаемый путь противника и не дайте врагу зафармиться от танка. На этом топ танков закончен, и впереди ожидает топ саппортов. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик и ставьте лапки. Всем пока!